Козероги, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. В начале, в середине, в конец месяца. И посмотрим карта совета, что вам высшие силы, да, на конец расклада, да, что вам советует на протяжении всего месяца ноября. И первая карта для вас в начале месяца – это десятка мечей. Десятка мечей, знаете, входите уже в этой энергии разочарования. А знаете почему? Потому что вы пускайте таких людей в вашей жизни, которые могут разочаровать, которые могут стоять с вами за столом, которые могут стоять вами, с вами, да, за одним, да, какой-то за одной кружкой чая, да, и за спиной они могут вас обсуждать. Поэтому, мои дорогие, обращаемся на это внимание и освобождаемся от таких людей, которые могут, да, вас разочаровать, которые вас могут предавать. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на начало месяца, карта умеренность. А нужно вам таких людей сохранить в жизни? Это ваше решение, это ваше право. Никто за вами этого не сделает, да, пока вы не поймете, что люди могут предавать. А если предали один раз, они сделают и во второй раз. И нужно на это подумать. Нужно дальше с такими людьми общаться или продолжать какие-то, может быть, даже отношения, какие-то, может быть, рабочие моменты, да, вам нужно все-таки подумать об этом уже в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта, рыцарь кубков. А рыцарь кубка – получать удовольствие, отпускать, идти так, как идет, да, в вашей жизни. Поймите, что не всегда люди, да, должны после какого-то предательства оставаться в нашей жизни. Мы должны понимать, что мы сами держим таких людей в нашей жизни. И никогда человек не изменится, если он один раз вас предал. Никогда. Он поймет, что вы сможете прощать еще раз, вы сможете его еще держать, и постоянно будут такие ситуации. Поэтому дайте себе возможности отпускать, идти по течению, плыть по течению, да, знаете, как рыба в воде, и понять, что высшие силы вас будут наградить, да, чего-то нового в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, карта на середине месяца, рыцарь мечей. Самое главное, не боимся, самое главное, отпускаем наши страхи, самое главное, работаем над ними, да, для того, чтобы у нас не было, да, переживаний, что мы не сможем найти новые отношения, что мы не сможем найти новую работу или какой-то, да, может, какая-то финансовая стабильность для того, чтобы вы построили себе вот эти страхи, вы должны все-таки убирать на середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта, восьмерка мечей. А энергия, вы входите, да, в середине месяца, нету возможности что-то решить. Вы стоите, горите изнутри. Вы не хотите что-то решить. Вы не хотите брать какое-то, знаете, вот какое-то решение и начать чего-то нового. Здесь только вас, ваши страхи, ваши переживания, ваша боль и держит на одном месте. И вы так себя закрываете, ваши пути, и вы не можете себя развивать для чего-то нового, да, построить какие-то новые цели, отношения, рабочие, может быть, искать себе какие-то рабочие, новые какую-то работу, да. Давайте посмотрим следующая карта, карта сил. А высшие силы будут вас поддерживать. Высшие силы будут вас дать, знаете, как пинок. Иди, делай, отпусти, не переживай, все налаживается, все проходит, все ты сможешь. Самое главное, верь в себя и начинай действие. Давай посмотрим следующая карта, да, следующая карта на конец месяца, король мечей. А вот пока под конец месяца, мужчины и женщины, вы строго, да, вы холодные, вы понимаете, чего хотите и чего не нужно в вашей жизни. Вы начинаете под конец месяца, знаете, как обрубить. С кем вам нужно общаться, с кем не нужно, где вы хотите, где, какую работу, какие там отношения. Вы четко себе, да, понимаете, что вам нужно. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, карта Луны. Мужчина и женщина. Карта Луны показывает это в вашем первой очереди
ваши какие-то страхи. Женщина, здесь может говорить о том, что вам нужно усиление, восстановление вашу женскую энергию. Мужчины, это ваши страхи. Работаем над вашими страхами, убираем ваши страхи. Здесь еще хочу что сказать. Мужчина, вам нужна такая женщина, которая вам наполнит вашу энергию, которая вам даст то, чего вы нуждаетесь. Может, это будет как те чувства, те эмоции, которые вы нуждаете. А женщинам все-таки мой совет как мастер наполнить, да, усиливать, да, восстановить свою женскую энергию. Давайте посмотрим карта, да, совета. Карта совета, что это касается, да, что, какой совет для вас. Как я и сказала, больше уверенность, да, больше высшие силы, да, будет вам помогать. И две карты эти подтверждают. Давайте карта совета, да, все-таки возьмем, что вам высшая сила советует. Королева Пентаклей. Убираем страхи. Убираем страхи, переживания, барьеры, которые мы сами себе ставим. Вы находитесь на своем троне. Вы находитесь там, где вы должны находиться. Самое главное понять, что вы хотите дальше. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.